Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. В эту субботу, приехав на кладбище, я обнаружила на отцовской могиле фотографию, которую не делала ни я, ни какие-то знакомые мне мои друзья. Она была прикреплена на саморезы к мраморному памятнику. Вот. Я не давала разрешения на подобное. После 19-го года, когда умер отец, и я, вопреки воле ряда людей, установила тот памятник, который считала нужным и необходимым, как его дочь и прямая наследница. Это был мой долг, моя обязанность и мое право. Все успокоились на года 3, видимо, ковид. А с прошлого года люди возбудились к новой активности. У матери несколько раз приклеивали медальон на памятник. Откуда взялся этот медальон, я не могу сказать. Памятник исцарапан. Что касается отца, в этом году я обнаружила, что кто-то, также вопреки моей воле, не поставив меня известность, ввинтил на минуточку на саморезы в мрамор медальон, который вы видите. Я бы отказала, безусловно, и тому, и другому человеку, и с маминым, и с папиным изображением. Вот. Если бы меня спросили, то узнали бы, что есть определенные проекты, которые я хочу воплотить. Это вторжение в личное пространство. Собственно говоря, это то же самое, как если бы эти люди входили в наш дом с помощью универсальной отмычки, приносили свои вещи, забирали наши вещи. То есть то, что мои родители с кем-то работали, кого-то учили, не дает этим людям права на их посмертное существование. Я намерена оставить свой телефон. Если будут вопросы, мы будем разговаривать. Простите за такую формулировку. Я не готова сказать это другими словами, только так. Кроме того, я намерена написать заявление в полицию о произошедших фактах самоуправства на могилах моих родителей.